Эдичка, Эдичка, это же Дед Мороз! Давай у него попросим! Попросим! Зелья попросим, да, зелья? Я не знаю, но он же любые желания исполняет. Давай, спрашивай. Дед Морозик, нам зелье бы, пожалуйста, чтобы нормальными стать, там, большим таким ростом. Пожалуйста, мы уже давно хотим большими стать, пожалуйста. Хо-хо-хо-хо, детишки, вы, конечно, молодцы, вы выполнили много всяких хороших дел, но это еще не все. Вам нужно сделать последнее хорошее дело, и вот тогда я выполню ваше любое желание. Вот как ваши зрители, если они поставят много лайков на вот этот видос, то я также им сделаю хороший подарок на Новый год. Хо-хо-хо-хо-хо. Поэтому далеко-далеко в лесу находится хижина с голодными детьми. Идите туда, накормите всех детей и ждите своего подарочка. Эдичка, ты слышал, ты слышал? Да-да-да, детишка, Жека, у тебя есть еда какая-то детей накормить? У меня есть, да, стейки. Да-да-да, дофига стейков, когда кормят? Подожди, зрителям тоже подарки сделают, ты прикинь? Да-да, если лайки поставить, так что, зрители, давайте ставьте. Ну что, Жека, потопали? Потопали, так, всё, Анжела. Я Анжеле купил юбочку новую, ты видел? А смотри, какой у Иннокентия штанишки красивые, видишь? Ой, синенький, ну давай, голубенький, да. Там Иннокентий, как всегда, ищет. Пошли. А что, он искал? Да, Иннокентий, Кент, как всегда. Ну, а подожди, я не могу вылезти. Да давай, что у тебя всегда проблемы вот такие. Пошли. У меня Анжела толстая, ты не забывай. Она потолще твоего будет, Иннокентий. Давай, тебе помочь? Да, не, сам. Все, пошли. Так, ага, куда? Давай. Кент Иннокентий. Так, ага. Пошел. Ой, не туда, не туда, не жопу нюхать, так, Иннокентий. Меня скинули. Так, подожди, Иннокентий, быстрее. Он жопу, прикинь, пошел нюхать. Так, пошел. Побежал. Бегу. Давай. Смотри, куда-то. В лес? Значит, все правильно, нужно в лес. Так. Смотри, хижина. Вот, офигеть. Так, давай слезать, Иннокентий, постой тут. Подожди, а по паучкам туда нельзя, там, ну, слишком опасно будет. Пошли. Так, пока паучки, Анжел, Иннокентий, мы вас слили. Смотри, они уже что-то там начали делать, Джека, так что давай их оставим тогда. Ай, подожди. Так. А где дети? Ну, тук-тук-тук, где дети? Давай, пошли. Они же голодные, они же, наверное, в подвале сейчас там. Ты уверен? Ты думаешь, нам Дед Мороз врать будет? Конечно, нет. Ну ладно, тогда пошли. Раз Дед Мороз сказал, надо делать, пошли. Нифига себе, ты опасный просто. Давай. Так. Ой. Игорь! Это Игорь! Какой Игорь? И смотри, Дед Мороз! Что? Дед Мороз, что? Куда вы попали? Что делать? Здравствуйте, детишки. Вы делали очень много хороших дел, но сегодня предстоит последнее. Я буду проверять вашу дружбу на прочность. Запомните, все мои испытания построены на дружбе. Чтобы пройти дальше и получить зелье увеличения, вы должны выбрать, что для вас важнее. Ваш друг, который сидит в креске и умрет, если вы нажмете на Redstone, или папа снова стать большими. Выбор за вами. Удачи. Эдичка. Игорю, нет. Жека, мне 100% кажется, нужно его спасти. Это же наш друг. Хоть и предатель. Ну, предатель. Он за ведьму вообще-то. Что-то тут не так. Подожди. Не верь ему. Я уверен. Ну не может быть просто так. В ноябре какой-то Дед Мороз. Это во-первых. Во-вторых, в прошлый раз Игорь оказался ведьмой. А вдруг теперь Дед Мороз окажется ведьмой? Я не знаю, что будем делать, Жека. Ты думаешь, Дед Мороз бы расплескал тут кровь по стенам? Ты думаешь, он бы стал это делать? Точно. Что-то тут неладное. Смотри, Жека, иди сюда. Видишь, там какой-то сундучок наверху есть. А ну-ка, давай посмотрим. Давай. Что там, Жека? Тут красная пыль. Родстоун. Думаю, все же поставить вот туда. Я не знаю. Ну давай попробуем. Мне кажется, все нормально с Игорем будет. Это просто какая-то шуточка там новогодняя. Давай. Да, ты уверен? Почти на 100%, на 99.
Дед Мороз. Ну да, дай пыль, дай пыль я поставлю, если не хочешь. Я не могу. Нет, не трогай Игоря. Не трогай. Да все с ним нормально будет. Это просто шуточка, я уверен. Просто. Игорь, ты не переживай, мы тебя спасем. Мы сейчас поставим раздаун, а потом сразу тебя спасем. Да, давай. Ставь жакет. Так. Ой. Нет, Игорь, нет. Чека, что ты наделал? Нет, Игорь, бедный Игорь. Ладно, Жека, потопали. Слушай, а что ты делаешь? Я не знаю, что тут вообще происходит. А ну перестань его стрелять. Смотри, мы вообще никак не можем проверить, все с ним нормально или нет. Я не могу это сделать. Я тоже, пошли же. Офигеть, что с Дедом Морозом-то не так, а? Опять какой-то труп, и опять Дед Мороз! Ну давай зелье! Давай быстрее зелье! Молодцы, вы прошли первое испытание. Я понял, что дружба для вас ничего не значит. Теперь же давайте докажете, что дружба вообще не имеет места в вашей жизни. И у меня есть зелье увеличения, но оно всего лишь одно. Так что кто первый до него доберется, тот и получит его. Удачи! Федечка, нет, не верь ему, мы с тобой столько всего прошли. Конечно, я ему не верю, Жека, ты мой лучший друг. Какое зелье? Смотри, вот зелье увеличения. Зелье увеличения вот там. Да он 100% врет, Жека. Нету смысла даже нам туда идти. Нету смысла даже идти туда. А ты куда идешь? А я за угол вот пойду, меня что-то пучит. Я пойду покакаю, сейчас приду, стой там. Стой, моё зелье увеличения! Нет, Эдичка, одумайся, нет! Нет, Жека! Мне не нужно оно! Нужда! Я уже давно хочу стать большим! Стой там, Жека! Оно моё! Стой, стоять! Нет! Да, я первый! Не слушай его! Одумайся, нет! Что ты делаешь, нет? Зелье у меня! Ну всё, Жека! А ну выплюнь его! Отпусти его! Нет, я сейчас выпью и всё! Я тебя застрелю! А, я стану большим! Наконец-то. Чё, слышал что-нибудь? Ну, пак, не знаю. Нет, вроде. В смысле? Оно не работает! Это обычная вода! Нас обманули! Офигеть! Ты слышал это? Дверь закрылась! Смотри, там Дед Мороз за дверью! Выпустите нас, пожалуйста! Выпустите нас! Все это время я над вами издевалась. Все это время это была я и Дед Мороз, и Игорь. Не было вашего никакого Игоря, это все было я ведьма. И я над вами издевалась. Я проверяла вашу дружбу на прочность. Я хотела вам помочь, но вы сделали выбор. Для вас дружба ничего не значит. Игра окончена, умрите в этой камере. Нет, выпустите! Пожалуйста, выпустите! Нет, я не хочу тут убивать!